In time, you will know the tragic extent of my failings. Привет, друзья, с вами Ваймс, я продолжаю играть в Darkest Dungeon. У меня теперь есть полный отряд третьего уровня, но оккультисту нужно еще немножко посидеть здесь. Точнее, он застрял здесь немножко, по-моему, правильно? Нет. Нет, это другой оккультист. Ну ладно, хорошо. Так что мне нужно куда-нибудь еще сходить, кем-нибудь еще. А кем и куда это... Это вопрос. Я не очень хочу брать этого чувака, потому что он со стрессом. Но у меня есть вот этот чувак. Его вполне можно. Наверное. А, и он бустит меткость, правильно? Да, он бустит меткость союзникам. Это полезно. Также у меня есть еще один оккультист, у которого все скиллы правильные, в принципе. И у меня есть кто четвертый? Кто у меня есть четвертый? Арбалетчица какая-нибудь, возможно? Арбалетчица... У меня есть оккультист, который метку вешает. У меня есть... Это чувак без бонусов по метке, правильно? Так что... Ему метка не нужна. Ну да, арбалетчица как вариант. У меня есть целых две их. Я возьму ту, у которой нет стресса. Религиозная фигня, дамаг по бистам, минус дамаг по бистам, точнее, ну, всякие резисты. А у этой что? Компульсивная, урон стресса, когда факела мало. Нет, когда факела много? Да ну тебя нафиг. И стан-резист. Да, это выглядит получше. А альтернативно я мог бы взять, наверное, Black Doctor Show. Но она, в принципе, довольно бессмысленна. Не знаю. Куда я пойду, это еще другой вопрос. Потому что мне надо бы проапгрейдить вот эту вот фиговину. Так что мне нужны бумажки. Бумажки у нас живут здесь, в Вилде. А там также живут... Кто? Там живет куча яда. Так что, в принципе... Ну, Plague Doctor там не будет особенно эффективен как накладыватель яда. Потому что там резист к яду всего большой. Но он умеет снимать яд союзников из себя. Он может в этом плане быть полезным. И можно ему взять вот этот блид вместо яда, и можно ему взять... В принципе, дезориентирующий взрыв — это тоже довольно хорошо. То есть в таком варианте... Ну, не ему, а ей, да. В таком варианте это неплохо работает. То есть стан по задним. Стан не очень полезная штука, но все-таки. Блид по передним, но слабый блид, но с уроном. С адекватным достаточно уроном, наверное. Снятие яда и блида с себя и с союзника. И четвертое это стан и шафл. И убирать трупы. Но с другой стороны, арбалетчица это тоже хорошо, потому что арбалетчица, она просто она стреляет. По помеченным бонусам, у меня есть кому помечать. Она кидает болу, которая нокбэчит и дамажит. Она стреляет по рандомной цели больно. Ну, достаточно больно и бафает себя при этом. И она снимает метку с себя, что не очень нужно. И также у нее есть дебаф метка на кучу, минус кучу доджа. Но это у меня и у оккультиста есть такая же, по сути. Да, я думаю, я все-таки лучше ее возьму. Я поменяю ей снятие метки. Хотя у меня нет денег, чтобы поменять ей снятие метки. Ладно, пусть так идет. А у меня, в принципе, вообще ни на что нет денег. Что я хочу взять с собой? Тут есть какая-то... Тут есть сортировка по активности? Нет. По левелу. По стрессу. Почему нет... Почему нельзя отсортировать, поставить первыми четырьмя тех, кто сейчас выбран в пати? Это тупо. Почему нельзя вообще сохранять эти пати, чтобы быстро между ними переключаться? Ладно. Так, у этого чувака он не хочет идти в ков, и у него минус бывает резист, что плохо. Ему можно дать скорость и крит, но, это не очень сильно поможет. Додж у него есть, так что это не стоит ему всовывать. Двигать он не двигает никого, близить он не близит никого. Дамаг по анхоле не нужен. Плюс хп, минус додж, минус еда тоже не очень нужно. Да, в принципе, ему ничего из этого не нужно.
А этому чуваку тоже, в принципе, ничего из этого не нужно. Арбалетчице можно взять минус скорость, плюс мув резист, плюс мув шанс, но она не двигает никого особенно вроде бы. Ей, наверное, имеет смысл взять трап дизарм и скаутинг. Почему шанс скаутинга нигде не написан? Вот что мне интересно. И от чего он зависит? Но у нее ловушки 10, 10, 20, 10. То есть нет, ловушки никто обезвреживать не умеет. Тогда ладно, все идем без тринкетов, все идем без брони, все идем без всего. А это мне, скорее всего, нафиг не нужно. Блид мне нафиг не нужен. Дамаг по конкретным мобам со штрафами мне тоже нафиг не нужен. Вот и появились деньги. Плюс мув минус скорость, это тоже не так уж полезно. Оккультисту, может быть, дать. Чтобы он более эффективно двигал. Но минус скорость, это нехорошо. Ладно, пока что не буду. Окей. Поехали. Вилд. Медиум. Неприятно, конечно, но все-таки. Плюс 8 додж, плюс скорость и минус меткость на бандита. Интересная штуковина. Так, что мне здесь нужно? Мне здесь нужно немножко противоядия. Мне здесь нужно пару лопат, мне здесь нужно где-то так 12 еды и где-то так 8 факелов. Ну, травы у меня с собой есть, бинты у меня с собой есть. Ключ один стоит, наверное, взять. Поехали. Если что-то пойдет не так, я всегда могу свалить. Ну, если что-то слегка пойдет не так, а не ваншотит мне весь отряд. Я там. Стоп, а что мне здесь нужно сделать? Просто 100% битв. Окей. Ну, поехали. Мешок. Сойдет. Битва. Сойдет. Так. Что умеет делать этот чувак? Этому чуваку, наверное, стоит... забафать меткость всем, потому что у меня есть лепер, который, у которого проблемы с меткостью. Черт, яд. Много? Один дамаг за раунд. Пофиг. А, тебе стоит, наверное... Ты, конечно, ходишь раньше оккультиста, что нехорошо. Ну, кидай болу. Он их поменял местами, окей. Уязвимость тут, в принципе, нет особого смысла ни на кого вешать, так что я просто притащу паукана и стукну первых двух. И на следующий ход я вначале просто стукну этого. Да. Легкий бой, я немножко урона, конечно, и бывает и получил, но это не страшно. Тут не должно быть боя. Тут еще один бой по пути. Закрытый сундук, у меня есть ключ. Да, уже есть бумажки, уже... Уже удачная экспедиция. Слаймы... неприятно. Но пофиг. Баф на себя. Оккультист может... задебафить одного из них. Наверное, заднего. Арбалетчица, по-моему, не может по переднему стрелять. Да. Снайпершот. И тебе просто в лицо. Все. Бой закончен, они даже разделиться не успели. Там битва есть, так что я съем один факел. Это не очень приятные, конечно, враги, но все-таки. Опять же, начинаю с бафа. И... По-моему, эти грибы могут... с передних рядов тоже все делать. Но это их почти не дамажит, так что, наверное, стоит одного из них притянуть. Или уязвимость повесить. Уязвимость, наверное, более хороший вариант, потому что у меня есть арбалетчица, которая больно стреляет по уязвимым. Недостаточно больно, но с высоким шансом крита. С недостаточно высоким, окей. А ты можешь просто стукнуть одного из них. Или двух из них. 85-4-7. А так 96-12. Давай так, стукай. Метка. Еще метка.
Критовая метка и дебаф минус додж. И они особенно активно бьют по метке. Это, в принципе, хорошо, потому что я могу его отхиливать просто, и у него есть всякие свои бафы, контратаки там и прочее. 4 дамага за раунд. Нехорошо. Съешь противоядие. И отхиль этого чувака, да, 12, отличный отхил. Да хватит его стукать, дайте ему походить. Защищать союзника плюс себе бонус на дефенс. Или же... контратака плюс метка. Я могу, в принципе, добить эту тварь. Нет, не могу. Ладно. 11. Да, убьет. Надо же. Удивительно. Контратака довольно слабая, правда. А, защищаю культиста и бафы себе дефенс. А ты его хиль. Вау. Эти хилы. Да, блин, но хрен с ним. А, ты бей второго. 4 дамага за ход. Добей уже этого, а. Почему сразу нельзя было так критануть первым выстрелом? Отхиль ее или нет? Стукни. Нас идет. Меткость отвалилась, конечно, с этого чела, но пофиг. Какие опасные враги. Да, меткость отвалилась, но не пофиг. 2 и 1 дамага. Три, восемь, не убьет. Контратака тоже отвалилась. Да хватит по ней стрелять! Сколько на ней может быть блида вообще? Точнее, не блида, а этого. Яда. И сколько ты можешь промахиваться? Окей, ура. Съешь противоядие. И дострели уже этого тупого бомжа. Отлично. Пять дамаг за раунд. Я могу сделать 4 дамаг за раунд вместо этого. Но это не сильно поможет. Ты просто съешь 4 еды. Ты... наверное, пока что не ешь 4 еды. Там еще бой по пути. Ну ладно, съешь эту фиговину. Гроб, по-моему, плохая идея открывать. А, тут, по-моему, нужен был бинт. Я попробую этой фиговиной. И не буду ничего делать, если не получится. Тут пауки. А, он себя помечает, точно, да. Ну ладно. Бафай. И хилься. Отлично. Все равно уворачивается, но у них доджа много. Дебаф, минус блайт резист, окей. А, стукни... ближайшего, наверное. Какая разница? 13 хп, 11 хп. Ладно, отхили ее. Сойдет. Блайндфайр только поэтому может попасть. Потому что других нет. 27 крит, окей. Отлично. Там нет битвы, правильно? Вроде не было. Там тоже нет битвы. Или... не, я туда дотянулся. Да, голод, вся фигня. Труп я трогать не буду. Это я потрогаю лопатой. На всякий случай. Наверное, есть смысл лагерь здесь разбить. Потому что у меня как-то все полудохлые слегка.
Но хотя, с другой стороны, у меня в основном ресурсов нет, в этом проблема. То есть, ну, полудохлые, что, какая разница. Я могу отхилить их всех в бою. Так что, наверное, еще один бой я проживу. Трупы я трогать не хочу. Стоит зажечь факел получше. Еще получше. Окей, это не очень хорошо. Баф. Метка. Снайперский выстрел. Крит 20. Отлично. Основная проблема убрана. А теперь... Двух сразу ткнуть. Ну да, минус один и второго с дамажа. Он разделится, конечно. Но хрен с ним. 16-14. Бола. Недобивающий. Сойдет. Статуя — это интересно. Статуя, по-моему, отхиливает такая. И я хожу первым. Этот отряд — это не очень хорошо. Эти грибы будут очень активно бить по метке. Так что я могу пометить себя и отражать урон с кого-нибудь. Но вот с кого — это другой вопрос. С хиллера, наверное. Опс. А, нет, да, вот так. Сначала отражать урон, на следующий ход пометить себя, наверное. А ты лови метку. Его двигать довольно бессмысленно, потому что он с передних рядов все то же самое может кастовать, что и с задних. Так что его лучше просто сразу убить. Это отхилы и резисты не очень нужно. Нет, зачем? Есть. Продолжай избивать первого. Я тоже тебя могу подтянуть. Ну, или не могу. Бафай лучше. Она может с передних рядов тоже выстрелить. Снимает стан, снимает метку. Дебаф резист и факел. Пофиг. Многовато стресса, но я думаю, выживем. Двух сразу добьет вторую, это хорошо. Теперь ты просто бланфайером. Хотя по трупу он тоже может выстрелить, наверное. Хватит избивать мою арбалетчицу. Упс, не туда кликнул. Ну пофиг. Защищай ее. А ты, пожалуй, отхилься. Потому что я хочу ее отхилить еще на этот ход. Ну, хотя бы... Блин. Хотя бы так, но на самом деле это плохой отхил. Это тоже плохой отхил. Но хотя бы еще один блит не наложился. Ладно, стреляй. Ну, ей можно как раз и потрогать эту фиговину. Снятие стресса и плюс скорость. Нет, это все-таки баф, это не лечение. И здесь я все-таки развожу костер, потому что у меня много стресса у одного, и мне хотелось бы... Хотелось бы что-нибудь сделать. Во-первых, сделать это. Во-вторых, плюс меткость на дальнобойных скиллах, плюс дамаг, плюс... Крит минус скорость. Не очень хорошо. Ну, точнее, довольно хорошо, но... Я подумаю, плюс скорость всем на 4 боя — это очень хорошо. А минус 15 стресс дамаг на 4 боя — это не супер. Оккультист ничего хорошего не умеет делать.
Минус стресс урон. На себя резисты. На себя снимает стресс и плюс меткость, плюс крит. Это офигенно. Это я определенно хочу, потому что ему плюс меткость и плюс крит это поможет. А ты на себя додж, на союзников тоже додж и крит. Стоп. Либо на себя, либо на союзников, видимо так. А, или на одного союзника то же самое. Не, плюс додж, плюс скорость. То есть стресс я с него снять вообще никак не могу. Окей. Я могу понизить пополнение стресса на него. Но это не супер. Меткость плюс урон плюс крит у арбалетчицы это довольно неплохо. И минус скорость на нее это тоже довольно неплохо на самом деле. Потому что я хочу, чтобы она ходила после оккультиста. Оккультист ничего хорошего не делает. А, вот нет, он может снова снять стресс. Отлично. И теперь что? Плюс скорость всем или плюс доджи крит всем, кроме... Не, вообще всем, окей. И отдохнуть. In Radiance, may we find victory. Да, стало намного лучше, еще и обскаутила и секретка. Критический скаутинг иногда обнаруживает секретку. Додвигаться до тайла и нажать, ну, в общем, понятно. И что? Он ее не обнаружил нигде, какого черта? Зачем мне об этом пишут, если этого не случилось? Ладно, неважно. Ну, какой шанс? 60, 50, 50 и 50. Трогай ловушку. Отлично. Нормальный отряд, в принципе. Баф всем. Вообще дофига меткости должно быть у этого. Да, плюс 20 меткости. Он будет почти всегда подойти плюс 9 крита. И плюс доджи еще. Идеально. А метку на последнюю, наверное. И ваншот ей. Да. 23. Сколько там был крит шанс? Я не посмотрел. 90% попаданий, 14 крит шанс. 6-11. Если кого-нибудь кританет, то убьет. Так что может попробовать так просто. Да. Ну нет, стресс. Ну да, на него нехорошо стресс, конечно. А ну, отхилить арбалетчицу слегка. Не помешает. Ловите оба. И лови ты еще. Ну, блин, не убила. Ну, лови еще вот это. Отлично. Ключа у меня нет. Но можно и без ключа открыть. Бумажки. Сойдет. Нашли все-таки секретку. Вот здесь вот ключ. А, не, у меня есть ключ. Но здесь ключ, по идее, очень хорошо. Очень хорошие эффекты дает. Голова. Плюс defense, плюс стресс урон, другая голова. Плюс урон, минус макс хп, плюс стресс урон. И камень за 2500 золота. Неплохо. И да, это голова Дисмоса, который еще жив. Ну, там появился бой. К чему бы это? К боссу, по идее, босс-коллектор, который как-то с этими головами связан. Наверное, к нему. Но я не хочу с ним связываться. Снова голод. У меня кончается... Не, у меня еще не кончается еда. Тем более у меня кто-то из моих не ест. Этот чувак? Да, у него когда больше половины стресса, он не ест. Что хорошо. А сюда, по-моему, нужен бинт был или что-то подобное наркоманское. Так что, пожалуй, нет. Тут нет боя, скаутинга тоже нет. Тут есть ловушка. О, сколько стресса.
with a singular purpose. А, даже нажал, какого черта она не активировалась. Ну ладно, пофиг. Надо ли мне вообще этот баф использовать? Лучше, наверное... Что у тебя? Минус скорость. Да, минус скорость — это нормально. Лучше, наверное, защитить союзника. Или контратаку. Да, у них есть много АОЕшных атак, так что от контратак я буду постоянно бить стрелка, скажем, от его АОЕшек. Этого от его АОЕшек, если это так работает. Также стрелка стоит просто отфокусить чем-нибудь. И тебя стоит просто стукнуть. 27 крит, отлично. Да. Контратаки полезны. Ау. Ау. Опасно. Не опасно. И да, он контратакует, даже если он увернулся. Да, репост все еще активен. Еще на один раунд. Хочу ли я что-то еще сделать? Наверное, просто стукнуть одного из них и, возможно, добить его. Нет, промахнуться. Тоже вариант. 8. А, да, точно, он два слота занимает, так что я не могу их обоих стукнуть. Пойди поближе, а. Окей. Тоже вариант. Бумажки всего по 6 стакаются? Или я чего-то не понимаю? Ну ладно. Ящик, пустой. Ловушка, черт. У него может набраться, конечно, стресс до максимума, но в последней комнате это не критично. О, у меня факелов нет, это немножко более критично, собственно, поэтому он у меня не зажегся в прошлой комнате. Ну ладно. Будем воевать в темноте. Я все равно их врасплох застал. Больше лута я за, от того, что темнота. Ну и такой же отряд, так что я тоже самое примерно сделаю. Буду отражать урон по всем. А, повешу уязвимость на стрелка. На этот раз не критану его, конечно, но все-таки. И просто ваншотну стрелка. Окей. У тебя 16, у тебя 19, так что нет, его защищать, наверное, не стоит. Просто стукни второго. А ты просто стукни первого. Отлично. А ты отхиль. А ты добей. Сойдет. Миссия выполнена. Перед тем, как уходить, я могу открыть этот сундук. Перед этим я уберу нафиг факел. Для большего лута. Я могу чуть-чуть вернуться, пооткрывать все вот эти вот... фиговины, они, по-моему, блид могут навесить. Или они могут дать мне лут. Звучит неплохо. Да, надо вас поменять местами на всякий случай. Просто дерево. Еще бумажки. Что я могу выкинуть вместо бумажек? Наверное, вот это вот. Бумажки ценнее. А, да-да-да. И, наверное, этого достаточно. Поехали отсюда. Очень выгодная миссия. Огромная куча денег. Просто огромная куча денег. И приличное количество бумажек. 20 бумажек, считаю, эти, правильно. Куча гербов, которые девать все равно некуда. И, возможно, полезный тринкет на гопника.
Ну и там по уровню у всех. Шанс скаутинга хорошо. Еще шанс скаутинга тоже хорошо. Скорость на первом раунде так себя. И минус меткость на дальнобойных скиллах нехорошо. Надо убрать. Весталка и оккультист. Как удивительно, мне дают двух хиллеров сразу. Шута я, наверное, выгоню. Минус макс хп. Бактрекер, это не очень полезно, да, что я выгоню. У него куча стресса и минус макс хп. Так. Да, ты иди снимай стресс просто. Ты иди сними с себя минус меткость, потому что вот это вот это ranged skill, это тоже ranged skill, так что... И это тоже, да, минус меткость на этом всем это плохо. Так что ты иди избавься... Это здесь? Да. Вот этого. Я могу сделать это дешевле? Нет, это снятие болезней. Здесь мне на что-то нужны были эти бюсты, так что я не хочу тратить их. Ладно, просто... У тебя все хорошо, кроме этого. У тебя, в принципе, тоже все достаточно хорошо. Угу. Минус скорость, болезнь. Но плюс скорость на первом раунде. То есть на первом раунде без болезни, дальше она ходит последней. Это, в принципе, нормально. Это не так критично, наверное. Так, ну и... Я думаю, я пойду в третий уровневый данж схожу, посмотрю, что там происходит своим прокачанным складом. Я могу проапгрейдить кузницу, Нет, мне нужно 26 бумажек, у меня 24 бумажки. Какого черта? Почему их столько нужно? Ну так-то у них все... Все прокачано. Скиллы у них тоже все прокачаны нормально. Можно еще меткость получить и... И все, тот же крит. Бонус по помеченным тоже есть. Здесь... Меткость. Здесь меткости больше блида, это хорошо. Вместо этого надо взять... Point blank, может быть. Не знаю даже. Просто тычок, он дамаговее, но он не блидит. И базовая меткость у него, по-моему, та же самая. Так что в нем смысла нет. Так что пусть остается это, что есть. Баф, он довольно бессмысленный, хотя у него меткость базовая хорошая. Так что, может быть, есть смысл хотя бы на один уровень его поднять. И грейпшот тоже. Окей. У тебя... Удар, бумажка, копье и хил. Ну, копье я не буду апгрейдить, копье не настолько полезно. У оккультиста до следующего уровня это ему апгрейдить смысла никакого нет. Остальное можно. Ну, по крайней мере, так, чтобы подтягивал лучше. У грейвроберши... Лучше снижение резистов. Сильнее баф от кинжала и бонус. Нет, бонус такой же, но меткость лучше. Окей. Ну и двойные кинжалы на первый уровень, наверное, стоит взять хотя бы. Больше меткости и больше дебаф. И удар киркой. Он хуже, чем... Он... У него такой же урон, у него такая же меткость, по-моему, как у... Не, у него чуть-чуть лучше меткость, чем у метательного кинжала, но он не бафает себя. И без бонуса урон по помеченным. И меньше крита, так что в нем смысла довольно мало, разве что первого избивать. Но первого избивать можно ядовитыми дротиками. Почему я их не проапгрейдил? Сойдет.
Окей, что я хочу продать? Я, может быть, хочу продать головы. Сколько они стоят? 150, так что нет, я не хочу их продать. Я, может быть... Сколько у тебя меткости? Плюс 0, но у него база достаточно хорошая. Хотя нет, у него не такая уж хорошая база, так что ему меткость понижать, я думаю, не стоит. Хотя повышение доджа и повышение скорости, это может быть очень хорошо. Кому-нибудь стоит вот это взять. Наверное, тебе. Головы, они повышают стресс-дамаг. Это не очень хорошо. И также вот это вот она понижает жизнь еще. Ну ладно, в принципе, терпимо. Ну, поехали посмотрим, что там на третьем уровне происходит. Я хочу в руины в третий уровень. Короткий, ветеран, уровень 3. Дают как раз бюсты, которого мне там немножко не хватало вроде. Шанс блид-резист довольно бессмысленно. И дают как за средний первоуровневый данж. Или я могу сходить на босса в вилде, но я не хочу. Так, вы идите нафиг. Вы не идите нафиг. Поменяйтесь местами только. Интерфейс кривой, в том плане, что здесь нельзя... Менять местами можно только просто в городе. Тут я не могу поменять персонажа местами при открытом каком-нибудь там магазине или еще чем-нибудь. Я не могу поменять персонажа местами. Почему так неудобно? Хрен его знает. Ладно. Так, ну еще одна лопата, пара этих, одна трава, один ключ. 8 еды, я думаю, хватит на короткий данж. И там 6 факелов. Святая вода у меня уже есть одна. Второй ключ на всякий случай. Из тренки-то точно я ничего не хочу взять. Учитывая, что он самый картонный, пусть уворачивается лучше. У меня как-то хайвеймены эти гопники чаще умирают, чем все остальные. Конечно, она картоннее. Но пофиг. По ней реже бьют по третьему слоту. По третьему месту. Поехали. Если тут что-то совсем суровое будет, то я свалю, не завершая данж. Но посмотрим. 100% битв. Окей. Как я хочу это пройти? Мне в любом случае придется в одну из комнат лишний раз заходить. Ну окей, пошли аккуратно. Бой. Ну, пока что враги те же самые, по крайней мере. И приоритетная цель — это кастер. И чем его лучше ткнуть? Наверное, просто кинжал в него метнуть. И грейпшот? Нет, не убьет. Тогда просто выстрел. Просто выстрел должен. Если попадет, он не попадет. Первым двум показать бумажку, это их не убьет. Да, у них побольше жизни стало, конечно. У них было 8, по-моему, вот таких вот с дубинками. Но я могу убить одного из них почти гарантированно. И я могу подтянуть... Нет, ну... И даже от трупа не избавиться? Какого хрена? Мне казалось, оно избавляется от трупа, даже если не попало. Сойдет. 7 урона. 5 урона. Ну, это вполне нормальный урон для врагов этого уровня. Хорошо. И добивающий кинжал. На крестоносца плюс урон. Окей. Плюс урон милишных атак, минус лечение от лечащих атак. У меня, конечно, есть лечение. Но я им не пользуюсь как лечением, я им пользуюсь как снятием стресса, а про это ничего не написано, наверное.
8. Ну, он не пишет урон так. Ладно. А, сюда нужно травы использовать. Здесь нет врагов, но есть скаутинг. Ну, в любом случае, что там бой. Так что лучше, наверное, через верх пройти. Заодно смогу какой-нибудь сундук взять там. Бронескелет какой-то. Копейщик. Которого я еще не встречал. Ладно. Окей. Опасного врага убил. Копейщик бьет третий ряд, но это достаточно ожидаемо и не очень опасно. И у него довольно много жизни. Но нет дефенса, но есть немножко доджа, но немножко доджа. А, и он отталкивает этим? Видимо, он отталкивает этим. Метки на 3 раунда. А, ну да, вот. Вот кинжала. Уязвимость вешать особого смысла нет, на самом деле. Так что лучше ее заменить, потому что у меня ни у кого. Ну, у стрелка есть бонус по меткам, конечно. Но небольшой. У остальных нет бонуса по меткам, так что вместо этого стоило бы взять... В бою я, конечно, не могу поменять, но стоит взять ослабляющее проклятие, чтобы уменьшать урон самих врагов. А, но я ничего особого сделать не могу, так что я просто буду продолжать отхиливать разбойника. Блидить скелета, естественно, бессмысленно, так что просто обычный... Или стоп, это добьет первого? Это может добить первого, но это его почти не дамажит, так что нет, просто обычный выстрел по второму и неплохой крит. И еще и... Киркой по первому, добивающий. Еще один удар. Неплохо. И теперь у меня на что-то хватает бюстов. Коробка пустая. Там бой есть, там боя нет. Я загляну в эту сторону, чтобы взять факел. И после этого я свалю назад. Не хочу с битвой связываться пока что. Препятствие, естественно, раскопать. Голод, окей. Книги я не хочу трогать. Стандартный набор. Я заставил их врасплох, что хорошо. А, и я не могу никого из них особенно ваншотнуть, но... Я могу просто пострелять с довольно небольшим шансом. Или я могу бросить кинжа... бросить дротик ядовитый. С немножко большим шансом. Но дротик это... Ну, грубо говоря, 5 урона гарантировано за попадание. То есть я попадаю, и когда он ходит, ему еще 4 урона приходит. И на следующий ход еще 4 урона. Так что, по сути, даггером 5-11. То есть минимальный урон даггером это то же самое, что и этот дротик. По сути. Так что, наверное, стоит так попробовать. Выстрелить по нему, и у него 6, так что его стоит, наверное, как-то еще задамажить. Например, артиллерией. Если она попадет, она не попадет. Ну, этого чувака стоит убрать сразу, потому что я могу. Метка. Но метка это хорошо, потому что они будут активно бить по метке. Он умрет от яда сам на следующий ход, так что мне вообще по барабану, что с ним делать. Он мне абсолютно не интересен теперь. Я могу заблидить первого. 6-11 плюс 3 за ход. То есть, по сути, 9-14. Что довольно неплохо, но он вернется. Окей. 19. Это хуже. Так что лови-ка ты даггер. В основном, чтобы забавить себя. 14 хитпоинтов.
Уязвимость на нее неплохо было бы наложить, наверное. И потом стрелком ее добить после этого. Ну, возможно, добить. Как получится. Я тоже так умею. Хочу ли я так уметь? Ну, в принципе, нет. Вместо этого я лучше обратно подойду. А, тут бонус по помеченным тоже есть. Да. Отлично. Сойдет. Еще всякая фигня. И у меня есть еще одна, скорее всего, битва в одной из этих комнат. Или в обоих, может быть, в обоих. Стоп, что... А, книги там были. Нет, с книгами я не хочу связываться. И у меня все еще есть довольно много всяких ресурсов. Ну, пойду в эту сторону. Еще больше всяких ресурсов, окей. У, драгоценные камни. Внезапная ловушка, еще факел. И деньги. Ау. Оккультист, что ты там делаешь? Ненависть. Ну, сойдет. Не убивайте оккультиста, а? Да, хорошо. Святое копье. Или что оно там? Нет, не убивайте. Окей, да. Минус додж. Ну и хрен с ним. Добивающий. Отхил себя, наверное. Она с задних рядов почти все нужное может делать в любом случае, так что двигать особого смысла нет. Это гарантированно убьет одного и гарантированно не убьет второго, но тоже вариант. Потом я, может, кем-то другим смогу его добить. Нет, не блидом. Хотя, блидом. Нет, все-таки еще один бой у меня есть. То есть мне придется туда все-таки идти. Жаль, жаль. И может быть еще по пути кто-то встретится. Это ловушка. Так почему в него? Выгодно. Сойдет. Да. Перестаньте. По 250 каждая. Я не знаю, вместо чего эту хрень взять. Да-да-да. Окей, сойдет. Ну, надеюсь, рыцари сразу же не убьют. Оу, какой страшный командир. Очень надеюсь, что рыцари сразу же не убьют. Он может, скорее всего. 51 хитпоинт и 33 дефенса. Отлично. Наверное, мне бы хотелось сначала отфокусить задних. Попытаться отфокусить задних, окей. И на него, наверное, стоит просто стакать яд. 33 дефенса, это, конечно, немного, но все-таки яд будет довольно... довольно эффективен. Потому что он проживет эти три хода, которые яд работает. То есть это 12 урона гарантированно, плюс 1 с попадания. Нет, 0 с попадания. Тоже сойдет. Оккультист, отхиль. Ау. Может быть так? Не, у него блид резиста много, так что нет особого смысла.
Мне стоит убить задних двух. Попытаться, по крайней мере, убить задних двух. Но также стоило бы, наверное, одного из них подтащить, но я не хочу, потому что у меня шанс попасть довольно низкий, и мне оккультист нужен, чтобы отхиливать всех. Так что, наверное, все мои стрелки фокусят одного из арбалетчиков. Вау. Одного из арбалетчиков. Вау. Отхили ее. Хотя бы так. Ну, хотя бы он косой. В общем, все мои стрелки фокусят одного из арбалетчиков, потому что арбалетчики — это куча ДПСа. А рыцарь и оккультист хилят? Так что ли, получается? Да, окей, отлично. На этот раз он попал. Но никого не убил. Никого даже до смертного этого не довел. Но застанем оккультиста, это печально. Нет особого смысла ее отхиливать, потому что у нее так один хп, что у нее так один. Ну, у нее станет 3. Это все равно на один удар. Так что лучше избивать, да, критами избивать толстого скелета. Риф, рыцарь. Приятно было тебя знать. Или нет. Этот чувак медленный, так что я вполне могу отхилить рыцаря. Могу ли я отхилить рыцаря? Я могу его этим убить случайно. Нет. Мой оккультист хороший, он не убивает. 10... Добить я его ничем не могу, скорее всего. Но если кританет, не кританет. Так, тоже вариант. Окей, рубины. А, это мне не нужно. Почему я не могу сначала? Хотя эту фиговину трогать вообще нет особого смысла. Она, может быть, стресс понижает. Ладно, лопаты мне не нужны. Бинты мне уже тоже не нужны. Скорее всего. Да. Естественно, победа. Потрогай статую. Да, отхил небольшое, снятие стресса. И первая миссия третьего уровня пройдена вообще без особых... Ну, не то чтобы без особых проблем. Да, 1 хп здесь, 5 хп здесь. Но без смертей, по крайней мере. И у меня еще и эквип второго уровня все еще. И она выгодна. Очень даже выгодно. Амулет от меня нафиг не нужен, правда. Но зато куча всего, кроме бумажек. И половина четвертого уровня. Окей, плюс 100 еды. Минус 50 будет блид-резист, да. И плюс меткость для бойных скиллов вместо чего-то. Плюс меткость на оккультиста, это хорошо. In truth, I cannot tell how much time has passed since I sent that letter. И что с ним? Куда он делся? Свалил просто. Ну, он вернется, да. Так, что мне с вами делать? Что мне с вами делать? Это все ему нафиг не нужно. Наверное, стоит кому-нибудь что-нибудь залучить. Так, для начала мне стоит проапгрейдить кузницу. Все-таки. Нет, кузницу я не могу проапгрейдить. Мне стоит проапгрейдить эту фиговину, я хотел. Да, сюда мне нужны блибюсты. Второе место там. Третье место тут можно. Или вместо этого понизить цены. Тебе стоит залучить, наверное, вот этот вот плюс 5 меткости. И плюс 10 дефенса. Нифига себе, оно дорого. Окей, тебе не стоит ничего лучить. Я передумал. А снять кому-нибудь что-нибудь надо? Вроде бы нет. А, у него... Поэтому он там так плохо работал. У него минус 10 меткости по анхоле, а скелеты всякие это анхоли. Ладно, снимать никого, никому ничего не надо, так что все окей с ними. А, ну окей, ладно. Что у меня здесь происходит? Здесь у меня нужно еще бумажек. Мне хватает, но я бы лучше проапгрейдил другие вещи. Я хочу взять Баунти Хантера.
Вместо кого? Вместо этого, наверное, у него минус бывает резист, у него всякие штрафы. Нет особенно хорошего. Ну, плюс по людям это достаточно хороший бонус, но все-таки у него ничего особенно хорошего нет. Хотя он второго уровня. Почему 0 крит, минус крышка? То есть, да. А, когда у него мало жизни. Ладно, нафиг тебя. Those without the stomach for this place must move on. Ну окей. В общем, сегодня еще один очень удачный день. Два хороших похода. Никто не умер. Заработал кучу денег. Все отлично. А в следующий раз я пойду еще куда-нибудь нубами. Не третьеуровневыми чарами, потому что им надо бы стресса немножко снять. Там вся фигня. Болезни немножко возможно снять. Что у нас с болезнями? Минус шанс. Плюс еда. Минус блид-резист. В принципе, пофиг. Не критично. В общем, не уверен, кем и куда я пойду в следующий раз, но у меня есть еще... У меня появились, наконец-то, хилеры, так что мне есть куда пойти. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.